Всем привет, дамы и господа. Это новый тутер от Рустама. Прошло с последнего тутера где-то около года. Но я думаю, не зря. Сегодня я буду учить вас такому простому элементу, как Watch Gainer. Я думаю, вы знаете, как он выглядит. Это, в общем, сальто приставника задний. Типа вперед вылетаете и задний сальто делаете. Вот. С чего стоит начать изучение данного элемента? Если у вас нет зала, то вам нужен снег. И снега должно быть не столько, вот, а его должно быть намного побольше, потому что вы будете втыкаться. А втыкаться желательно в мягкий снег, ну, когда его много. Ну, если вы, конечно, не отбиты, и можете втыкаться в жесткий. Если же вы в зале, то вообще фигня, по сути. Есть два способа изучения этого элемента. Вы можете учиться его прямо делать сразу, либо же через бок. То есть смотрите, как будет выглядеть через бок. Либо можете учиться вот так вот через бок, а потом уже постепенно ровнее отпускать две руки. Я не знаю. Отпускать две руки сразу и потом уже делать. В общем, смотрите, можно сразу прямо, можно через бок. Давайте объясню, как делать прямо. А вот перед вами турник. Первое, что вам нужно, раскачаться. Думаю, с раскачкой проблем у вас не будет. Просто повисли, кинули ноги вперед-назад. Потом все, в общем, раскачали. Если вы учитесь один, то вам будет потяжелее и будет посложнее. Если же с друзьями, то друзья могут встать сбоку и просто подкрутить вас. То есть там схватить за колени и просто докрутить, и вы встанете. Все будет отлично. Главное поймать момент в этом элементе. То есть не отпустить руки рано. То есть если вы рано их отпустите, вы вниз полетите и просто пластом или на голову придете. Если же вы передержите, то вы залетите ногами на турник, потом либо перекатитесь, либо просто неплохо так голенью ударитесь. Потом будет синяк, и вы не сможете прыгать и так далее. Вот, поэтому здесь нужно поймать момент. Когда вы учитесь этому элементу, у вас может возникнуть такая боязнь, то что вы ударитесь головой в турник. Я когда учился, у меня подобное было, то есть я боялся то, что ударюсь головой в турник, не знаю почему. Сейчас же я осознаю, что головой об турник нереально удариться, когда вы делаете один оборот. Вы можете удариться ногами там и еще чем-нибудь, но никак не головой. Головой вы можете удариться, если будете крутить два оборота и вылетите очень близко к турнику. И, в общем, вы нахер голову пробьете. Смотрите, что нам нужно. Нам нужно поймать момент. Чтобы поймать момент, нужно смотреть, в какой момент вы отпускаетесь. Чтобы поймать момент, нужно смотреть, в какой момент вы отпускаете руки. Вот. Как определить именно этот момент? То есть, вот вы раскачались, ноги у вас должны быть здесь где-то, вот тут. Затем просто отпускаете руки. И когда вы отпускаете руки, никогда не старайтесь на себя их притянуть, потому что если вы на себя натянете, то вы нахер обратно в турник улетите. Хват должен быть полным. А желательно вот хватаетесь. Вот так, типа, вот, полностью. Ну, можете вот так, конечно, но вероятность того, что вы соскользнете, будет больше, и вы упадете. Вот. Затем вы раскачались, ноги у вас дошли до вот такого положения, и вы просто должны ногами... Блин, я сейчас упал. И вы должны так ногами себя вверх подкинуть, чтобы выше вылететь. Вот. Как это будет смотреться? Вот. Кто-то говорит, что на этом элементе нужно смотреть, но нужно подгибать голову к себе. Можно закидывать, вообще без разницы, кому как удобно, типа. Я просто закидываю, мне так удобнее, мне удобнее смотреть, когда я закидываю голову. Повторим, как типа прямо. Если у вас есть друзья, они вас подкручивают, и все без проблем, вы легко вообще научитесь. И по сути, можете не смотреть нахер это видео, можете выключать и с друзьями просто потом там заниматься с всякими делами. Вот. А если же у вас нет друзей, или вы там вообще хер знает где живете, как я, и вам не с кем прыгать и учиться, то делайте все, как я говорил. То есть копайте большой сугроб, чтобы втыкаться было более безопасно. И постепенно просто старайтесь. Главное, никогда не бойтесь отпускать руки. Типа, многие просто когда учатся, боятся руки отпускать, а там не стоит ничего бояться, то что головой воткнетесь, типа, в снег, ничего страшного. Или же поролон, или же в маты, там, типа, головой втыкаться нормально, это привычное дело.
Вот. Давайте объясню, как делать через бок. Вот турник. Он желательно должен быть не очень высоким. А когда вы делаете через бок, у вас выпускается сначала одна рука, потом вторая. И получается то, что вы, то есть не прямо проходите, а вот так вот. То есть, если вы проходите прямо, у вас вот сальто идет. То есть, ну, вот, допустим, это руки, сальто у вас вот. Вот так проходит. Если через бок делаете, то вы вот заворачиваете себя и просто никак головой не ударитесь. Или там ногами, или там чем угодно. Желательно заход делать сбоку. То есть не прямо вот так, а именно через бок. Напрыг должен быть немного сбоку, чтобы так закрутиться. Вот, еще эта фишка как выглядит как какая-то фишка клевая. Вот. Фишка как фишка. Вы напрыгнули, завели руки, отпускаете сначала одну руку, потом вторую. И ноги у вас тоже идут так постепенно. То есть одна нога идет дальше второй, потому что приземляетесь вы, ну, на одну ногу, а потом на вторую. И вот так вот вы через бок постепенно будете делать. Потом такие уже, а, блин, что-то через бок надоело, надо прямо сделать. И уже делайте прямо. Вот. Ничего сложного в этом нет. Я думаю, у вас все получится. Вы же должны быть целеустремленные, там, типа, подключить. Я плохо выговариваю в холодную погоду, потому что я картавый, а когда ты картавый, очень сложно говорить. Так, чуваки, я забыл упомянуть, что по поводу двух из турника. В общем, когда делаете двух из турника, для начала натреньте одно, чтобы оно у вас было немного подальше турника и по высоте, чтобы нормальное было. Вот, когда высота нормальная, и вы так уже достаточно прилично от турника отлетаете, при этом не теряя высоты, вы можете уже просто пробовать двуху. Там, в принципе, ничего сложного нет. Двуха с турника одна из таких самых легких. Также не старайтесь передерживать руки или себя на турник закидывать и так далее, потому что башкой можете шлепнуться. Это, в принципе, все. То есть, что вам нужно из этого извлечь? Нужно отлетать подальше от турника, чтобы не влететь в него. Ну, какую-то среднюю дистанцию найти, чтобы не вляпаться, и в то же время прям очень далеко не улетать. Вот. И первый оборот стараться делать выше турника. Если вы делаете его выше турника, то двуха у вас получается высокая, техничная и, в общем, клевая очень. Это все, что я хотел сказать по поводу двухи. Собственно, это все. Все, чем я хотел с вами поделиться на сегодня. Главное, башкой об турник не стукнуться, накопать много снега, чтобы было мягко втыкаться, не бояться отпускать руки, не тянуть себя руками на турник. Ну, если же, конечно, вы уже натренили, то есть этот элемент, вы можете уже себя потом притягивать в определенный момент, чтобы выше подлететь. Но когда вы учитесь, вообще не старайтесь притянуть себя как-то руками, выкинуть. Вообще не стоит этого делать. Вот. Закидывайте, не закидывайте голову, это как вам уже удобно. Делайте полный хват, потому что с неполным хватом у вас вы соскользнете нахер и разобьетесь. Вот. А выбирайте правильный турник, потому что вы можете раскачаться, турник может ломаться под весом ваших стальных яиц. Все, это все, чем я хотел с вами поделиться на сегодня. Вот такой вот утро получился. Подписывайтесь там, типа, на канал, да, там лайки ставьте, все такое, репостите. Одежду, типа, которую на мне, вот видите, штаны там, типа, толстовки, все такое вы можете купить в магазине Jump, вот. Ссылка будет в описании к видео. И пишите. В комментариях, типа, элементы, на которые вы хотите научиться, или что вам непонятно, я там объясню в комментариях, типа, без проблем. Фу, как меня это бесит. Я не могу выговорить. Без проблем объясню вам это в комментариях, типа, что там непонятно, что недообъяснил, что переобъяснил, то есть все, ну, вы поняли, в общем, как обычно это бывает. Это все. Всем пока. Тихо ты, не мешай мне. Я вообще-то видео снимаю, что ты мне мешаешь? Уже снимаешь? Уже снимаю, что ты мешаешь мне? Ты не снимаешь. Я снимаю видео. Нет. Снимаешь? Я снимаю. Испортил мне тут все. Вырежешь.